В сентябре этого года между Хакасией и акционерным обществом «Русский алюминий менеджмент» было подписано соглашение о создании особой экономической зоны «Хакасская технологическая долина». Работа в этом направлении уже началась. Решен земельный вопрос. Особую экономическую зону планируют создать в Бийском районе в окрестностях Саиногорска. Там идет подготовка к строительству завода по производству алюминиевой фольги и ленты, строительству литейно-прокатного цеха по производству холоднокатной ленты. Предполагается, что Хакасская технологическая долина принесет республике больше 800 новых рабочих мест и около 30 миллиардов рублей инвестиций.